Крупнейший в России фестиваль огненных искусств «Огни Востока» в очередной раз пройдет во Владивостоке 9 и 10 сентября. А в начале августа в Управлении международных отношений и туризма администрации города это мероприятие решили включить в список событий, которые рекомендуют к посещению туристов в официальных гидах и справочниках города. Каким будет фестиваль в этом году и как он изменился за несколько лет, мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Марьяна Тен, специальный гость фестиваля «Огни Востока». Здравствуйте, Марьяна. Вы к нам буквально с самолета. Да. Денис Балюра, организатор международного фестиваля огненных искусств «Огни Востока». И Александр Леру, обладатель гран-при «Огни Востока» 2014 года. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что гостям, телезрителям будет интересно узнать, напомните, поговорить о том, как начиналось все вообще, с чего начался этот фестиваль, каким образом он пришел к таким масштабам. Расскажите, нам интересны все подробности. Фестиваль мы начинали в 2010 году, далеком. Начинался он с маленького местечкового события, с желания увести фаер-шоу с улиц, сделать его полностью безопасным для зрителей и при этом там, сплотить вокруг себя местных фаерщиков. Это было 20 человек, это был город Владивосток, Находка и маленькая часть Хабаровска. Напомни, какой это был год? 2010 год. С тех пор мы прошли достаточно большой путь. В 2014 году мы стали крупнейшим в России фестивалем огня. Марьяна подтвердит. Я могу сказать, что лучше всего организованным еще. Это тоже надо отметить. То есть уровень определенно высок, да? Сегодня у нас на фестивале порядка 150 артистов. Наверное, порядка 35 городов России представлено и 5 стран мира. Вот давайте поговорим, наверное, о гостях фестиваля этого года. Я знаю, что это не только участники из региона, но также и международные участники. Марьяна, почетный гость, как мы сказали. Расскажите, кто еще будет радовать своими выступлениями гостей фестиваля? Из иностранных участников в этом году у нас порадует своим шоу Тайвань коллективом True Spin, который уже прибыл во Владивосток и готовится к программе. В этом году нам удалось пригласить коллектив Solsix из Берлина. Это ребята уровнем шоу, на мой взгляд, там, Дюсалей и около того. Более того, мы в течение 3 лет пытались их пригласить во Владивосток, и только сейчас нам это удалось. У нас будут выступать сильнейшие российские коллективы, например, Аурум, город Москва, руководителем которого является Марьяна Тен. Вместе с Дмитрием Горностаевым. Да. Это будут только командные выступления? Нет. Или будут одиночные? Фестиваль длится целую неделю. То есть все участники уже прибыли. И сейчас у них идет плотная программа мастер-классов. Там с 9 утра и до 9 вечера. А каждый из вечеров у нас проходят отборочные турниры. То есть чтобы попасть на стадион «Авангард» и выступить на главной сцене фестиваля, ребятам предстоит пройти отбор. Они уже отобрались по видеозаявкам. В Сеуле у нас проходил очный отборочный этап на «Огни Востока». Буквально сегодня вечером пройдет отбор, финал турнира сольных исполнителей, где 35 лучших артистов, собственно, выявят те 15 человек, которые выступят на стадионе «Авангард». А завтра у нас отборочный турнир коллективов. То есть лучшие русские коллективы, приехавшие на «Огни Востока», поспорят за право выступить на одной сцене там, с признанными гуру фаер-шоу «Аурум», «Solsix» и так далее. То есть кастинг проходит уже непосредственно перед самим фестивалем, я правильно понимаю? Он длится несколько месяцев, и кульминация отбора непосредственно вживую происходит на базе фестиваля. Очень интересно. А сколько участников всего ожидаете? Ну, уже во Владивостоке более 100 участников, и они продолжают пребывать, и будут пребывать вплоть до 9 числа. Мы немножко затронули тему программы фестиваля, а сейчас хочется остановиться на ней более подробно. Расскажите нам, чего ждать гостям, зрителям, участникам? Ну, фестиваль состоит из 3 ключевых частей. Первая из них – это программа мастер-классов, про которую мы уже успели сказать. То, ради чего, по сути, едут сюда все артисты из России, зарубежные. То есть прикоснуться к тем гуру фаер-шоу, по чьим видео они учатся в течение всего года. На «Огнях Востока» у них есть возможность потренироваться вместе, взять мастер-класс, что-то спросить.
Там яркий пример у нас Александр Леру, который буквально за пару лет впитал абсолютно все лучшее от тех мастеров, которых мы привозили на фестиваль. И там прогресс налицо. В 2013 году в турнире «Огневосток» он занял почетное последнее место в своей номинации, а в 2014 году взял гран-при «Огневостока», произведя фурор практически. Александр, коль уж мы заговорили об этом, давайте о программе продолжим чуть позже разговоры. Сейчас расскажи, действительно ли это мероприятие не только масштабное в плане эффекта его, да, а еще и очень важное для фаерщиков нашего города, края? Если брать для фаерщиков города, края и России в целом, то да. То есть это единственный способ практически получить те знания, которые ты не можешь получить. Как бы ты ни учился по видео, не смотрел выступления, вживую совсем другое. И живое общение, то есть определенные теории. То есть, к примеру, я хорошо кручу один реквизит, другой человек хорошо крутит другой. Из общего общения получаешь определенную картинку. То есть и там плюс, и там плюс. Это в кемпе это неделя, это дает примерно заряд на полгода. То есть полгода ты можешь просто, у тебя просто такой шквал информации, то, что ты обрабатываешь, делаешь что-то новое. Вот. И потом, соответственно, готовишься к следующему фестивалю, чтобы показать, что ты сделал за полгода. Вот. Это самая важная часть для фаерщиков. Что касается зрителей, то, собственно говоря, каждый год выступление становится лучше. Ну, то есть, если даже брать вот наш регион, если в 2-3 года назад, в 2013 году, выступал я, и наш регион показывал слабую картинку. Будем откровенны, слабая картинка была. То 2014 год уже это рост было... Рост на лицо, да? Да, и если брать не только конкретно там персольные выступления первого дня, а командные выступления, Мария Антон не даст соврать, наш регион просто рвет любую другую часть России. Да. Как судья фестиваля, да, я могу сказать, что в прошлом году выбрать лучшую команду было очень сложно. Мы совещались, я не помню, сколько часов. Три часа, да. То есть нужно было выбрать вот лучшую, и у нас было просто все замечательные коллективы, каждый силен в каком-то своем стиле, и нужно было очень разного выбрать. Ну, я считаю, мы выбрали ту команду, которая по всем направлениям вот показала себя лучше всех. А можете назвать эту команду? У нас их было два первых места. Как бы да, потому что... Два хабаровских коллектива, Performance и Nightfall. Nightfall в этом году приезжает? Nightfall в этом году участвует в фестивале. Более того, Nightfall – это единственный коллектив на Дальнем Востоке, который принял участие во всех фестивалях огня. Марьяна, а ты здесь только учишь или тоже чему-то учишься? Ну, учусь, конечно. Общаться с коллегами со всей России и с коллегами из других стран – это... очень важно, очень нужно, и, ну, и судьи, и мастера фестиваля тоже очень много всегда с фестиваля нового для себя открывают, потому что здесь и специфика техники, про которую много говорил Леру, потому что я, например, хорошо работаю с веерами, ну, там какой-то реквизит я, например, начинаю осваивать. И точно так же иду на базовый уровень по этому реквизиту. Например, Solstix – это такие мастера, у которых учатся все. Я, например, бывала на этом фестивале. Я примерно понимаю, что это, насколько это зрелищно и из чего состоит программа. А вот те, кто только... тем, кому предстоит увидеть это впервые, вот что еще? Например, мы знаем, что есть выступление с веерами. Что еще могут увидеть зрители? Ну, на самом деле, на сегодняшний день, наверное, с десяток видов реквизита существует огненных. Более того, с каждым реквизитом есть несколько стилей работы, поэтому каждое выступление на фестивале, оно уникально. И там повторяющихся или однотипных программ у нас нет, к счастью, уже несколько лет. То есть каждый раз это что-то новое? Да. Ну, стоит даже ходить каждый год, чтобы даже знать, если брать турнир соло, ну, казалось бы, один человек на сцене, там, 15 раз, что там смотреть? Ну, там, пару раз посмотрел, и вроде бы этого достаточно. Но там можно долго рассказывать, как это круто в теории, но показательная реакция зрителей. Те, кто был первый день или оба дня фестиваля, в этом году первыми пришли и выкупили сразу два билета на лучшие места на «Огневосток». У нас, в принципе, есть такой парадокс фразы «я уже видел фаер-шоу».
когда общаешься со зрителями, есть, ну, многие говорят, я уже видел фаер-шоу. Ну, как я сейчас сказала, да. Да, но при этом есть первая категория. Я уже видел фаер-шоу там на набережной, на пляже, в Таиланде. Что, ну, я его видел, что мне смотреть, зачем там идти там, на стадион. Я могу еще раз на набережной посмотреть. Вот, есть вторая категория. Я уже видел фаер-шоу, я был у вас на Огнях Востока. Где можно купить билеты? Угу. То есть те, кто понимают чуть больше, тем, чем первые. Ну, в общем, это можно сказать практически чуть ли не два разных жанра. Когда артист делает постановочный номер, и когда артист, ну вот там, тайское фаер-шоу, пляжное, да, в принципе, пляжное фаер-шоу в любой стране мира, наверное, это... Ну, такое хобби, не хобби, ну, как бы это слабое отношение имеет именно к шоу, к постановкам, ну, и зачастую к технике. И, к сожалению, еще и к технике безопасности тоже. Вот я как раз хотела о ней сказать, и Марьяна сама к этому нас подвела. Насколько это зрелищно, настолько же это и опасно. Этого нельзя отрицать. Вот как будет обеспечена эта самая безопасность участников, гостей? Расскажите. Ну, мы уделяем большое внимание технике безопасности, начиная от формальных вещей, как согласование с МЧС, так и там более прикладные вопросы. Мы по-честному выдерживаем все требования, которые предъявляются там к организации площадки. Более того, там, если минимальное расстояние от сцены до зрителей должно быть 20 метров, оно у нас 25, а те вещи, которые там... Еще с запасом. Да, которые могли бы в теории что-то сделать, они находятся более 25 метров. То есть даже в теории зрители в безопасности. А почему мы стадион «Авангард» выбираем? У нас часто спрашивают, ну, учитывая, что в городе достаточно других площадок. А на наш взгляд, он идеален с точки зрения техники безопасности, потому что зритель не только удален, он еще и выше полотна сцены находится, на 3 метра. И там, чтобы что-то со сцены попало на трибуну, то надо приложить усилия. Мы пытались, у нас не получилось. То есть можно смело приходить с маленькими детьми, всей семьей, правильно я понимаю? Да. Будет и гала-концерт. То есть первый день – это некое соревнование, все-таки это турниры, а второй день – это уже выступление победителей или всех участников? Во второй день у нас выступают, собственно, те гуру, которые судили в первый день. Они выходят и показывают класс, как должно выглядеть фаер-шоу в их представлении. В этот же день выступают коллективы российские, которые отбираются за два дня до этого. В этот же день у нас состоится грандиозный салют, уже традиционный, в финале фестиваля. Мы стараемся его интегрировать в программу, и обычно оно интегрировано в шоу сильнейшего российского коллектива «Аурум». Это достаточно зрелищно, и люди выходят в таком легком состоянии эйфории после гала-концерта. Как люди владеют пламенем, это всегда приятно смотреть. Бесконечно можно смотреть на огонь и воду, да? И как работают другие люди. Тут да, как бы да. Давайте сейчас ненадолго прервемся. Мы сделаем небольшую паузу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор о предстоящем фестивале «Огни Востока» 2016. Интересно узнать о самом явлении фаер-шоу. Где он появился? Кто родина его? Расскажите об этом. Ну, исторически так сложилось, что считается, в общем, что родина фаер-шоу – это Новая Зеландия, племя маори, которое крутило такие шарики на веревочках из травы. У них целое национальное... направление, не знаю, ритуального танца, маори, хака-пои, можно поискать на ютубе. Это очень веселое зрелище. Там такие обширные женщины в травяных одеяниях крутят просто вот шарики на веревочках. То есть они не горящие эти шарики? Не горящие. Просто из травы? Да. Вот. Есть, возможно, вы видели в спектакле «Цирка дю Солей Алегрия», там такой фактурный мужчина, я не знаю, там маори, не маори, вот, он... по-моему, Гавайи. Он крутит горящие шесты. И это тоже национальная гавайская тема. Соответственно, я так понимаю, что примерно в 70-е это все увидели хиппи, пока путешествовали по азиатским странам. Им это понравилось, и они начали это развивать. Хиппи, артистическая тусовка, цирковые люди.
Сначала, я так понимаю, этим занимались как хобби, трансформировалось, изменялось, и вот дошло до того вида, в котором существует сейчас. То есть сейчас это направление, наверное, циркового искусства, современного искусства. Это объединяют с танцем, объединяют с акробатикой, с театром. То есть подвидов фаер-шоу существует очень много. Почему я говорила, что нам было сложно выбрать, например, в прошлый раз лучшую команду? Потому что здесь у нас танцуют, здесь у нас цирк с акробатикой и каучуком, здесь у нас спецэффекты, и вот абсолютно разные, но все это очень круто и зрелищно. То есть они не делятся на какие-то категории, просто каждый выступает в своем жанре и уже... И все это огненное шоу, и все это огненное шоу, и вы выбираете, вынуждены выбирать из этого замечательного разнообразия, да? Ну, это сложно, но это круто. Возникает, конечно же, вопрос, лично у меня, я думаю, что у всех телезрителей он возникнет. Понятно, насколько это опасно. И, естественно, постоянные тренировки, это тоже понятно. С чего они начинаются? Вот, например, работаешь ты с шарами. Из чего они сделаны? И, я так понимаю, сразу же их не поджигают. То есть человек сначала элементарно координацию учит. Я думаю, как руководитель... Да, давайте об этом расскажем. Да, конечно. Школы. Я являюсь только руководителем коллектива, но и руководителем школы. Начинается все с очень каких-то простых вещей. Это развитие координации и пространственно-логического мышления. Без этого это никак не работает. Да. Соответственно, в начале тренировочный реквизит. То есть, к примеру, если мы возьмем программу нашей школы, то это 3 месяца занятий без огня вообще, какого-либо соприкосновения с ним. То есть тренировка, координация. Если у человека получается, он молодец. И при том, что стоят двое людей, он поджигает реквизит и делает какие-то банальные вещи. Соответственно, есть несколько моментов шоковых. Первое, плохо что-то слышно, потому что огонь, когда крутишь, он... Он очень громкий. То есть, если быстро достаточно крутить, то можно, в принципе, не услышать музыку, которая играет. Как интересно, я даже не задумывалась об этом. Это ослепление. Работаешь в темноте, то есть, первый раз это сумерки, то потом уже работаешь в темноте, близко огонь прошел, у тебя вспышка перед глазами, как от сварки, и ты стоишь, улыбаешься, смотришь. Да, я все... На автомате ты должен, да, все это делать? Да, соответственно, то есть, а со временем, здесь надо понимать, что не получится так, то, что ты пришел, ты там акробат, танцор, все хорошо, ты повторил движение, да, но это не будет так работать, пока у тебя не будет полной свободы работы с реквизитом, это... отдельная часть твоего тела уже, вот, и пока ты не будешь в любой момент, там, не знаю, абсолютно свободно с этим обращаться, лучше не экспериментировать, то есть определенный ряд элементов базовых, есть сверхбазы, это уже твое творчество, то есть надо понимать то, что это поначалу техника, только техника, то есть ты каждый день тренируешься, например, если мы возьмем меня, у меня был период жизни, когда я себе мог позволить, например, по 8 часов просто тренироваться только это, то посвящать, просто я приходил в зал с утра, и все, 8 часов, я уходил домой, вот. И вот так вот, в течение определенного времени это дало свои плоды. Постепенное наращивание, да, такое да. происходит? Как бы со временем, то есть, например, вот я начинал всего 4 года назад, например, Марьяна, сколько 8? Лет уже? Уже 8, да, то есть... Уровень, когда я начинал, то, что для меня было базой, да, когда-то для них это было что-то вау. То есть для того, то, что сейчас база, для меня, когда я начинал, это было просто что-то невероятное, как это люди делают. Вот, уровень техники растет. Да, и растет уровень скорости обучения людей. То есть, к примеру, те элементы, которые я вот 3 года назад я учил по 4 месяца, то есть один элемент, тут 4 месяца просто стоишь, и делаешь 4 месяца. И вот он такой, вау, у меня есть этот элемент, и тебе такие, базовый элемент, мои поздравления. 3 секунды к твоему шоу. Да, плюс 3 секунды к шоу, то есть примерно так выглядит. А потом из этого элемента ты уже можешь что-то сделать, да, более зрелищное, или нет, или элемент? Не всегда. Накапливаешь. Еще 4 месяца, и у тебя еще плюс 3 секунды шоу, и в конце концов у тебя вот эти 1,5 золотые минуты. Сумасшедшая работа. Да, а сейчас люди приходят, собственно говоря, у меня есть индивидуумы, ученики, которые в первый день его делают. Просто. День. Ну, то есть такое понятие, как талант, получается? Или это данность природная? Есть такое понятие, как хороший тренер. Учиться учить. Да, то есть как бы учишься. То есть раньше это было видео. Смотришь видео, а оно такое пиксельное, 240 расширение. И это все, что у тебя есть. И оно нарезка. И там человек один раз вот так вот сделал. Ты такой... Что же это
Не понял. И 2587 раз ты это посмотрел. Да. А сейчас но уже... в слоумо так пиксели меняются, ты такой, ага, рука, вроде это рука, а нет, это не рука. А сейчас просто можно прийти на занятие к Леру, и он на пальцах объяснит, что куда идет и как это двигается на да, самом вплоть деле. Да, вплоть до того, что просто берешь руку человека, делаешь его рукой, он такой... Ага. И продолжает делать. Он такой, о, у меня получился элемент, смотри, о. Но все-таки нельзя же отрицать того факта, что, например, есть такое понятие, вестибулярный аппарат не развит, в космос тебе нельзя. Наверное, и здесь есть некие противопоказания или там отсутствие данности. На самом деле, я думаю, что нет. Если мы возьмем, например, Европу, то Поинг там идет как система развития именно этих данных. То есть это не отдельное направление там именно огня, шоу-перформанса. Это развитие, способ развития. То есть то, как разовьет вас поезд, с какой скоростью, ничто другое не разовьет. Ну, то есть определенные техники, танец, да, хорошо. Но именно пространственно-логическое мышление, вот все квадраты перед собой, все эти геометрические фигуры, то есть не разовьет. Это, знаете, как, например, я хожу на турники, чтобы накачаться, ну нет. Вы ходите в тренажерный зал, чтобы набрать массу, то есть вот разница. Вы можете с чем-то заменить, но Поинг на данном, например, в Европе считается одним из лучших систем. То же самое и, собственно, в России мы пытаемся все это привести это оттуда. Это одно из немногих видов деятельности, когда оба полушария мозга, в принципе, полезно ну, для развития для человека. Для каждого человека. Да. Ну да, жонглирование ведь используют очень много где, чтобы человек действительно развивался, развивал свое пространственное ощущение, да? Ну и у меня многие мои друзья-айтишники занимались жонглированием, чтобы отдохнуть от своей работы программистами. То есть хочешь отдохнуть и развить себя, приходи заниматься фаер-шоу, правильно? Да. Не обязательно с огнем, а в принципе тренироваться с композитором. А со скольки лет примерно можно начинать? На самом деле, если мы возьмем прошлый год, у нас вообще есть отдельная категория юниоры. То есть там люди выступают, ну, сколько там, 8 лет, по-моему, самый маленький был. 8 лет, по-моему, самый маленький участник. И сказать то, что он выступил, ну, соответственно, это ребенок, надо понимать. Но это было неплохое выступление. 11-летний мальчик в прошлом году взял приз, позапрошлом году взял приз зрительской симпатии. Ну, он действительно круто сделал. То есть хороший номер. Он занимается танцами. Давайте с танцами аналогию. То есть, конечно. Когда можно заняться танцами, тогда можно заняться фаер-шоу. Все. Ну, в общем-то, да. Я то была есть... на фестивале в Казахстане, там участницы, самой младшей было, по-моему, 7 лет. Да, ей я родители даже не думала, что собрали огненные веера, успевают. Маленькие, и она выступала. И с огнем? Да. Здорово. Надо понимать, что это не настолько опасно. То есть, техника безопасности, она гарантирует полную безопасность артиста. Полную. То есть техника безопасности – это настолько банальная вещь из разряда, если с реквизита ты взял замоченный, с него капает, то этого быть не должно. То есть он должен быть, ну, жидкости должно быть определенное количество, у тебя одежда должна быть сухая, волосы должны быть заплетены и все, в принципе. А тело вы ничем не защищаете? Нет. Ну, есть одежда тоже должна быть специфичная. Это натуральные ткани, которые горят, но не плавятся, то есть чтобы не было. Короткое прикосновение с огнем не опасно. То есть, как люди, знаете, в детстве проводят над зажигалкой, да, да. Ну, освещение то же самое. Футболка, например, футболка не вспыхнет, если просто есть, вот провести фитилем. Да, и это определенная то есть жидкость. Например, нельзя использовать высокооктановую жидкость, потому что горят пары. Мы используем низкооктановые жидкости специально. Например, то, что вы видите, самое одно из зрелищных, это плевок. Там состав настолько сложный, что там... чтобы не было вреда, и все несчастные случаи, которых когда-либо был, это ошибка фаерщика, это его просто пренебрежение техникой безопасности. Нельзя просто-напросто от плевка загореться, нельзя и все. Ну, то есть, если ты все сделал правильно, нельзя. Если ты сделал неправильно, при том это надо сделать неправильно, прям осознанно надо сделать. То есть, надо прям взять, набрать бензин в рот, просто-напросто вот, и потом сделать так, чтобы ты был мокрый. Ну, вот прям весь в бензине и плюнуть в этот момент. По-другому не загореться. Ну, то есть, это просто опыт так, настолько многолетний опыт всех. Всего сообщества. Да. То есть... Ну, собственно, а как выдержать все эти требования к технике безопасности, там, какое топливо выбрать, одежду, правильный реквизит, чтобы не убиться еще во время тренировок? Это можно увидеть на мастер-классах, на базовом уровне. Ребят, у нас остается буквально минута. Я думаю, что стоит в эту минуту как раз пригласить всех желающих посмотреть фаер-шоу, настоящее, действительно очень крутое, качественное, мирового уровня. Денис. Да, друзья,
Мы будем рады видеть вас на фестивале 9-10 сентября, стадион «Авангард». Билеты в кассе стадиона «Авангард» и 9 и 10 числа. Спасибо большое, что пришли к нам. И главное, спасибо, что разрушили, например, для меня такие серьезные достаточно стереотипы. То есть теперь я не думаю, что это настолько опасно, что это интересно и очень даже полезно. Удачи вам, успешного фестиваля и новых побед, новых фестивалей больших и интересных. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.